поддерживающих поправки. И, кстати, про 146% я не иронизирую, может и больше выйти. Потолка вообще в этом деле нет. Даже гулять у нас сейчас нельзя без паспорта, а всенародное голосование можно. Но даже и в этой ситуации находятся люди, которые утверждают, что просто надо прийти и проголосовать против. Простите, а это надо сделать, чтобы что?